Здравствуйте! О погоде на среду, 8 февраля, расскажу вам я, Аза Кашапова. Как сообщает Гидрометцентр, по северным районам малооблачно, а также небольшое похолодание. Днем до минус 13, а ночью до минус 26. Порывы ветра до 5 метров в секунду. На юге Бурятии по-прежнему солнечно. Температура воздуха днем поднимется до минус 10, а ночью опустится до минус 23. Порывы ветра до 3 метров в секунду. В Улан-Удэ также солнечно, днем минус 12, ночью минус 23 и небольшой ветер до 2 метров в секунду. С вами была Аза Кашапова. Всем пока! Улан-Удэ «Стальмост» приглашает на работу токаря, слесаря по сборке металлоконструкций, сварщика, слесаря по обслуживанию вентиляционных систем, слесаря-сантехника, фрезеровщика, сверловщика, наладчика оборудования, машиниста крана, контролера ОТК, инженера. Узнать о вакансиях можно по телефону 505-505 или 8-991-426-87-19. Стань частью нашей команды!